Отож, давайте продовжувати. З нетерпінням хочу вам представити мою гостю. Це моя колега Яночка Май, журналіст. Доброго ранку, яскрава, гарна, як завжди, позитивна, енергійна. Привіт, привіт усім, також, хто зараз нас дивиться. Яночка, нещодавно ти повернулася з міста Святогорськ. Що ви там робили, але приїхали з дипломом, я бачу, розповідай. Дело в том, что в Святогорске проходил фестиваль детских и юношеских фильмов. Вот. Туда съехались телекомпании со всей Украины. Мы тоже приехали и получили два диплома. Не с пустыми руками. Да, не с пустыми руками, но мы, в общем, получили не за ту работу, которую мы послали на конкурс, а то, что мы, собственно, делали там. Это было очень интересно. Вот первый опыт в участии в моих фестивалях, что он такой, что ты приезжаешь, и не просто тебя оценивают за то, что ты сделала. Другой, да? Да, потому что, ну, как бы, может, там кто-то помог, конечно. Или может, это вообще не ты сделала. Да, это дуже так. Да. А нам дали блиц-задание, и мы должны были в течение, вот, когда мы получили вечером, и на следующий вечер мы должны были его уже сдать. Небагато часу, а что за завдание? А личный взгляд, то есть все, что угодно, формат, единственное условие, это были рамки от 30 секунд до 3 минут, то есть временные рамки. Все остальное, что угодно ты хочешь делать. Ну, мы сделали такую философскую работу, там, без начитки, просто на музыке. И, за, конечно же, за это получили диплом за философскую глубину в экранном творчестве номинации ТВ. Показывай, похизуйся своими дипломами. Ось, бачимо, які талановиті наші колеги диплом привезли, за такий короткий час зробили. Это благодаря нашему, конечно же, режиссеру, который с нами ездил, это Лена Казарцева, это режиссер на моей программе, на проекте TV Travel. Огромное ей вообще спасибо, она умничка. Сегодня, к сожалению, очень хотела, но не смогла прийти, потому что, конечно, работа у нее опять какие-то безумные проекты. Но мы сможем смотреть ее работы на телеканале «Николаев» каждую субботу. Это конкретно мой проект TV Travel 21.00. Мы сегодня еще про нее поговорим, давай трешечки про работу. Да. Что там такое, зрештою, философского все ж таки было, что вы отримали на работу? Ну, мы... Про что? Поделитесь. Ну, как бы, вот... Это был взгляд, взгляд на прожитый день. Там она стояла, там было три локации, в общем, мы записывали в таком режиме. Я просто стояла, была просто в черном платье, босиком на земле, что символизировало собой вот незащищенность, какую-то приближенность к окружающему миру, вот такое вот соприкосновение. И мы записывали в таком формате, что нужно было неподвижно стоять 30 минут, а потом на выходе получилось 10 секунд. Но это было сложно, на самом это деле, так, важко. Потому что кажется, что ну ничего делать не надо, просто стой себе 30 минут, и все. В самых таких простых речах наиважче заключается. Ну, да, мне не мели ноги, мне кусали комары, но нельзя было совершенно шевелиться, потому что потом при убыстрении это все было бы заметно. Отекли руки, там люди проезжали, свистели, кричали, девушка, что вы делаете? Еще відбувається взагалі, чего вы да, в лесу, когда снимали, было очень сложно, потому что было какие-то мурашки по мне начали ползать, тут мне... Комары, это ужас какой-то, а надо стоять 30 минут, что, я же не могу подвести команду. Вот, ну, в принципе, ничего не делала, просто стояла. Это геройство. Да, но очень классно сработал наш оператор, который с нами ездил, это Сережа Ермаков. Вообще, да, это просто бубочка золотая, и он получил диплом за операторскую работу в номинации ТВ. Молодец, и операторы ведь значили, да. Потому что, когда смотрели работу, просто все были в восхищении, насколько... Очень красивые кадры, просто настолько Святогорск, наверное, никто не снимал, как Сережа, он отработал, на все 100 выложился. А кто еще принимал участие в фестивале, какие, может, еще номинации были? Ну, были номинации какие-то там были, но самое главное за философскую глубину и операторскую работу взял, конечно, телеканал «Николаев». Ну, в общем, это был молодежный фестиваль, там были детские и юношеские редакции, то есть, например, у нас на телеканале есть... замечательный Сережа Поляков и его тинейджер. Вот где-то в таком-то формате. То есть дети приезжают, ну дети, подростки вместе со своими руководителями. Мы были частично поза конкурсом. Ну, мы хотели туда поехать просто очень сильно, потому что мы хотели отснять очередной выпуск программы и вообще увидеть мир. За огромное спасибо нашему руководству, за то, что выделили средства в такое нелегкое для телекомпании время, и мы все-таки поехали. Ну, это очень-очень огромное спасибо. Яна, это первый раз такая поездка? Ну, вообще, в Донецкую область у меня первая. И вообще проект только стартовал, и, конечно, надеюсь, что мы будем ездить и дальше. Все будет хорошо. Мы поедем за границу, конечно же, наверное. Да, ну, спочатку давай милуватися Україною нашою. Да. Отже, у вільний час ви походили по місту Святогорськ. Ну, мы, как бы у нас не было вільного часу, потому что мы приехали... Добираться вообще туда безумно долго, как 24 часа. То есть можно 24 часа уехать в Турцию.
А мы ехали сначала 12 часов до Харькова, потом с Харькова на электричке. Это было тяжело. Просто... Без пригод? Да, все нормально, абсолютно все замечательно. Приехали, просто то, что время занимает, и ты постоянно сидишь, планшет сел, книжку не почитаешь. Wi-Fi нет, это проблема совершенно. Ой, это сучасность, да? Да, но мы туда приехали очень безумно красиво, Светогорск, это его называют украинская Швейцария, там необычайно красиво. Это сам, нас... Да, город сам Светогорск, он небольшой, фактически одна улица, ну там еще есть улицы, одна улица, очень хорошие дороги, вот просто европейские дороги, красивая Светогорская лавра. Сам город находится на территории заповедника Святые Горы, то есть можете себе представить, город на территории заповедника, везде лес. Небольшое количество народа, ну, Октябрьская наша где-то, вот такое же. Но где-то 50 или 60 на карте я насчитала разнообразных санаторий, лагерей. То есть люди живут за счет того, что к ним приезжают другие люди. Конечно же, сейчас там очень сложно в плане работы, потому что город, который круглый год жил из туристов, он там недалеко от зоны АТО, и да, понятно, туристы, что люди не приезжают, и они очень ходят грустные, потому что нет. Есть паломники, которые конкретно приезжают в вот эти святые места, Святогорскую лавру, но там очень красиво. Там у нас очень, є відео, хай глядачі теж побачать цю красу, будь ласка. Яночка, ось що, коментуй. Это озеро. Это просто озеро, там на территории самого города, собственно, есть озеро, можно походить, посмотреть, это мост. Дуже это... гарно, да, природа. Кстати, на этом мосту очень чудесная традиция, там есть много-много-много замочков. Я так поняла, по судя по сердечкам и надписям, Ваня плюс Света, это, наверное, молодожены. Ну, это на территорию лавры мы уже пришли, там продают помимо там иконок и всего еще цветочки. Так, это мы, вид, який гарний. Так, это мы забрались в вот этот монастырь Мелевые пещеры. Мне очень понравилось, что прям кусок скалы меловой, и в этой меловой скале есть какие-то кельи, там прорублены ходы, мы поднимались. Ну, довольно было очень интересно. И вид, конечно, безумный. Вот это, собственно, город Светогорск. Река Северский Донец, который разделяет. Так вот, ну, это мы. Это наш режиссер. Режиссер, Лена, привет! Мы тебе все-таки показали сегодня. Гори, это я куда-то... Яна, як завжди, живчик наш. Это куда-то я забралась. Что-то... Да. А, это я видела красивую локацию. Говорю, сфотографируйте меня, сфотографируйте. Когда же я еще побываю в таких местах? Вот. Это интересно, красиво. Вот это, собственно, это мел. Вот то, что мел, вы сейчас видите, да? Это мел. Что, он мягенький такие, да? Нет, он твердый, там твердый. Сначала такой немножко твердый, но там вот, когда мы проходили по дороге, там были такие пещеры, просто руками ты можешь кусочки делать, мягкие действительно. Это памятник Артему, там революционеру, но суть не в том, суть в том, что он входит там, в 54 самых выдающихся памятника монументального искусства в Украине. И вид, опять же, Лена, режиссер. Только что была наша Лена. Ну, класно, розкажи нам ще от про ці зйомочки. Що було цікавенькі. Інтересно те, що ми подружились там зі всім містом. А які там мешканці, люди, як? А такі самі обикновені, да. Ну, ми по ходу своєї собственної діяльності удивило те, що вони почали спрашувати, ви откуда, з телевидения? І ви з Інтера, там, 1+1, о, ні, все, ми не хочемо. Будемо спілкуватися. Да, от на самом деле це було. А потім, а, ви з Николаєва, а як там у вас... Люди почему-то думают, что у нас тут творится что-то ужасное, хотя Светогорск недалеко от зоны, ну, понимаете, тема войны, она, ну, она есть, тут можно... Тобто вони думають, що у нас майже так само, як... Да, они думают, что у них безопаснее, чем у нас, они смотрят новости и видят почему-то в Николаеве, Одессу они вообще в ужасе, они думают, что Одесса там в огне горит, а я им рассказываю, что у нас все нормально, ну, как, у нас действительно все нормально. Дай бог, поки ще мирно, спокійно, да, ну, я думаю, что так и будет, то есть, как бы, вот информационный разрез... Совершенно дико вот это чувствовать. Люди очень хорошие, приветливые. Ну, конечно, есть такие донецкие пацаны. Я пыталась, да, я пыталась перейти улицу, там взять интервью человека, и он стоит такой пацан нормальный, у него такая цепь такой, нормальный донецкий пацан. И такой, да что ты, давай, понаглее надо быть, то тебя никто не пропустит. И что ты? Ну, я пришла в улицу, пообщались, ну, совершенно адекватные, нормальные люди, такие же, как и мы. Просто они немножко в других условиях сейчас. Я думала, что я сейчас приеду в Донецкую область, я не услышу украинскую речь. Вообще абсолютно. Ну, я еще хотела запитать, и разговаривают? Конечно. Бабушки, которые на рынке,
абсолютно не на суржики розказувати. Ні, звісно, немає цієї української співучої молодійної мови, яка чисто в'ється на чарічненько, але вони нормально розмовляють. Ну, як би, от то, що Миколаїв, я особо різниці не бачила. Просто друга немножко локація. То, що було ще удивительно, ми знімали, ну, звісно ж, почали шукати якийсь презент, як-то це все обіграти, пішли на риночок. Там риба сіверського дранка, ну, якби риба мені сильно вдохновила, а от варення із шишок. Із шишок, ні разу не куштувала. Це і зайдешка мені в 26-й кабінет, я тебе гафію привезла. Після ефіру. Да. Такі манюсенькі шишечки, вони їх збирають ще самі зеленими. Зелені манюсенькі Клас. Шишечки, вони їх як-то там варять. І от це продають, це дуже красиво. І ти пробуєш цей вкус. Она мне положила, я так попробовала. Действительно, шишка, ну просто вкус. Прямо немножко... что, смак шишечки? Да, да? Вот зарежьте, я попробую, очень вкусно. Класс, Яна, точно зайду. Я б тебе слухала, послухала. А ще давай так. Значит, це все ми побачимо в TV Travel. Да, TV Travel, это будет, следите за эфиром. Каждую субботу 21:00 программа TV Travel на телеканале Миколаїв. Мы рассказываем путешествия, как мы путешествуем, что удивительно, какие эмоции, какое удовольствие мы испытываем от того, что мы, собственно, видим с людьми, которыми мы общаемся. Яна, дякую тобі. Класно, як завжди, все так розповіла, як треба. Я прям чесно, я аж поринула в ту атмосферу, ще й переглянули відео. Класно.